Всем привет, ребят. Ну что, сегодня я выберу победителя еженедельного конкурса, который идет у нас, идет. После этого там я покажу вам, с какого видоса на следующей неделе будет. Там многие начали писать, что есть фейковые странички. Ребят, у меня страничка одна, ссылка на нее всегда есть под видосами. Ссылка на конкурсы тоже под видосами есть. Можете заходить, смотреть. Есть раздел конкурсы. Там тоже есть все видео там с победителями, как что. Бывает, я на стримах разыгрываю призы, бывает видосик я какая-то записываю, все зависит от времени. В общем, кто более проворный, тот знает, где что искать. По поводу там того, что пишут в ВК там. Дай аккаунт и сниму видосик. Это я такой фигней, ребят, никогда не страдал и не страдаю. Мне ну нафиг не нужны ваши аккаунты. Я только пишу победителю одному, который может увидеть там это в видосе, если ну зайдет на канал, увидит там видос с тем, как я писал ему. То есть это не есть проблема, не ведитесь на эту хрень, что там пишут. Ну, давай, я тебе сейчас прокачаю, дам. Только если вы участвуете и видите все. Страничка у меня в ВК одна. Она есть на этом. Есть телеграм-канал, на который вы тоже можете подписаться. Там выходят видосы, чтобы вам проще было, если у вас нет возможности там особо искать по Ютубу. С телеги вы можете все видеть. Есть ВК. Страничка там тоже видосики я добавляю на ВК реже, но все-таки стараюсь больше так добавлять в телеге видосы, которые участвуют, поэтому я думаю, это проблемы не составит. Так, сейчас мы быстренько докачаем уже, то времени не особо, и пойдем рандомом выберем победителя. Еженедельки. А там я уже с ним спешусь, он напишет, что он хочет большой пак, либо, возможно, лазулю сразу собрать. Блин, проблема с книгами на аккаунте. Еще немного осталось, а книги, как обычно, напряжно собирать. Хорошо, хоть сундуки дают немножко, вот 2500 желтых книг. Со 100 сундуков 5-го левела выпало, в принципе, довольно-таки неплохо. Уже практически на финишной прямой. Докачиваю 19-е прорывы Ронином, а там дальше уже посмотрю, потому что получится, что они, если я на максимум качну, они опять разорвут, блин, героев, чего не хотелось бы. Ну и скорее всего буду кого-то сливать и прокачивать некоторых старых героев, которых у меня нет, для тестов, что они могут на максималке. Интересно все-таки на Варлока на максималке посмотреть, что он сможет. Интересно, смогу апнуть? Думаю, вряд ли. 1 050 000. Ну, в общем, где-то 1 070 000, я так прикинул, плюс-минус. Не больше силы можно максимум пока качнуть. Интересно, что они добавят в следующей обнове. Даже, в принципе, если они там добавят 9-е руны, это не спасет. Третью эволюцию сделают, это может быть. Скорее всего, откроют левел питомцам, потому что уже как бы время, скорее всего, питомцам начали очень много продавать. Посмотрим. Скоро будет понятно. Ну, в принципе, докачаем максимум силы. И будем ждать уже обновы, потому что больше нечего делать. Нечего качать. Ну и перекачивать, конечно, героев.
Думал, будет проблема всегда с красными камнями. А фиг там. Оказывается, проблема к книгам свелась. Хорошо, хоть значки почета еще более-менее есть. Расходников реально надо очень много, и красные кристаллы нужны, как видите, по 20 тысяч за перевод. Короче, уходит немерено ресурсов. Если вы думаете, что это так легко там качнуть 20 прорыв, поверьте, даже с донатом на некоторых серверах, тот же самый русский, вы замахаетесь его качать. Так, 18-й. Да, думаю, апнем 1 050 000. Книг должно хватить. Как видите, книг уходит очень много. Было 2500 желтых книг, это дофига. Там можно было нормально прокачать алтарь. А тут, блин, пару прорывов только поднять их надо. Такс. Надо еще комменты пооткрывать. А, хотя, в принципе, что открывать? Нам надо видос сначала будет выбрать. Так, 19-й. О, нормально. Еще где-то 52 тысячи, может, накачаю. Так, окей. Поехали на канал. Сейчас это все попереношу. Так, захват экрана. Открыл. Вот у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 видео, как я и говорил. На канале сейчас у меня уже больше, еще один видос открылся, ну 10, то есть с этого по это, то есть идем в рандомайзер, как обычно, рандомайзер. Так, еще нам надо помимо рандомайзера рендстаф. Так, выбираем от 1 до 10. Генерируем число 10. Ну, 10-й видос, у вас были сутки. Это точно так же, как мы разыграли в онлайн огника. Как-то странно, блин. Так. С 1 из 4, ну, интересно. Ну, 10-й выиграет. Так, окей. Ну, кстати, можно будет потом потрешивать другие вариации. Поехали. Сегодняшний видосик. Халявная роза. Красавчики, 645 лайков, один дис. Это, наверное, бедный этот князь плакал. Так, поехали, смотрим, что там у нас по комментах. Сейчас я их подобавляю. Условия, в принципе, одни и те же. Коммент, репост, открытие. Давай, открывайся. Надо убрать VPN-ку. Победа, приди. Ребят, победитель только один бывает в конкурсе. Там, в зависимости от того, если там еще какие-то там 1, 2, 3. Не выиграли в этот раз, участвуйте в другой. Это рандомно все. Там многие пишут, бывает в комментах.
блин, как сделай так, чтобы я победил там, либо еще что-то. Ну, не пишите эту хрень. Как дети. В основном дети малые пишут. Купи мне, сделай мне. Ты мне должен. Я смотрю это, сразу блокирую. Так, окей. Разобрались. 10-й видос, халявная Розалинда. Окей, поехали. Ищем 10-й наш видосик. Так. Стримы тоже, ребят, участвуют, поэтому не пропускайте. Зашли, сделали все, что надо. Так. Копирую. Поехали. Рандомайзер. Поехали. Так, Носов Денис. Ну чё, поехали, посмотрим. Сделал ли ты все правильно. Конкурс репостнул 8 часов назад. Красавчик. Подписка есть. Так, хорошо, включаю. Такс. И сейчас вам покажу, с какого по какое дальше все участвует. Так, 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 так. Поехали на его страничку. Ну все, все условия есть. Самое интересное, что он репостнул чисто сегодняшний видос, судя по всему, сентябрь. Ну повезло чуваку, я ничего не могу сделать. Еще и с девочками, еще и в активном поиске. Так, ну что, поздравляю. Блин, стоит игровая клава, поменял специально на стриме. Так, окей. Ну что, поздравляю, он сделал все условия. Так, поехали. Поехали на мой канал обратно, чтобы вы понимали, что надо делать. Вот то, что я вам показал, что он сделал. Смотрите, у меня вот есть видосики. Вот следующий видос идет после халявной Розалинды. Огники Роза за битву. Вот начиная с него. И дальше вы можете участвовать в еженедельном конкурсе. Для этого надо сделать репост, коммент написать по правилам. Ссылочка есть на конкурс под каждым видосом. Заходите на видос, вот, например, он, и есть видос, где сказано, что надо делать вот конкурс, и переходите и уже слушаете этот видос. В общем, вот так вот, ребят. Ну что, поздравляю, он сделал все условия. Ждите еще конкурсов, будет очень много разных, поэтому все зависит только от вас. Так, перетащил себя обратно. Поехали дальше качать силушку. Посмотрим, сколько мы ее максимум докачаем. И будет также ежемесячный конкурс. Там будет он поярче, чем все остальное. Рандомные там многие пишут. Ну, я, ребят, я определюсь с конкурсами, чтобы сделать какую-то систему. Было как-то удобно и мне, и вам, потому что я не могу каждый день там сидеть и пилить вам, да, и оно смысла нету. По 1000 конкурсов выпускайте и только одними конкурсами заниматься. Так, что у меня наконец-то заканчиваются камешки желтенькие. Ничего, достанем еще сегодня. И книги заканчиваются. Ну, как раз нормально.
То есть все условия у вас есть, только удача, только это вас спасет. Так, окей. В принципе, все. И того, что мы качнули практически, ну, я еще докачаю 1 051 000. Все, пишите комменты, этот видос тоже будет участвовать. Всем удачи, всем пока.